Хороший живец. Все, куда кидаешь ведро? Так. Движение есть, да? Живец есть, это хорошо уже. Спился куда-то. Живец. Хороший живец. Оп. Сколько живцов уже есть? Штук 9 поймать, у меня 9 жерлиц. Штук 9 надо поймать, первые зарядить. Опа, крупниковские какие-то крупнички. Так, живец есть. Будем ставить жерлицы.
Да, в протоку поставим одну. А? Ставим первую жерлицу.
Ребята, сработка. Первая сработка. Первая сработка, ребята. Первая есть. Первая есть. Вот она. Вот она, ребята. Первая есть. Первый лед. Все, ребята, наконец-то выехали на первый лед. Так, обурились, поймали живчика. Только зарядил, через минут 5 стреляет, короче, жерлица. Вот такая вот чучечка, где-то на полторашечку взяла. О, все, будем дальше рыбачить. Первый лед, это уже мне нравится. Сейчас еще поставим штук 6, наверное, жерлиц. Будем ожидать. Все, ставим лайки, подписываемся. Полетели рыбачить. Заново зарядим. На следующего. Так. Все. Стрельнула еще раз. Еще одна, смотри, в этом же месте, да? Во, крутит. Смотри, вторая. Хорошо крутит, да? Тащи его уже. На том же месте, да? Да. В камыш тянет, наверное. Давай. Нормально. Ну, второй. Одна лунка. Дважды уже стрельнула. Нормально. Нормально. Вот еще стреляет, вот. Опа! Ток поставили недавно. Здесь стреляет. Вот что-то не мотает. Oh,
не вина приехала, два есть. Две щучки, и то только две жерлицы поставили пока. Что же, шурагай, что ли? Давление небольшое. Сильно не давит, мелкий-то. Опа, мелкий. Так, ребята, только три жерлицы установил. Только начинаем устанавливать сработка. Вот четвертая жерлица будем ставить. Нет еще. Одну оставь, я поставлю туда. Одну оставь и все. Остальные туда поставить надо уже. Ту сторону, где хорошие брали, надо в те ставить две лунки. Или крупненькие взяли тут раз. Живца возьми, мне одного оставь. Слишком большие живцы. Один сдох, что ли, уже? Еще поймем сейчас. Да, будем ловить еще. Конкретно начало мотать. Куда она рванула? Слабое давление, что-то шурагай, наверное. Вот, потянуло. Вода небольшой. Небольшой. Небольшой шуренок. Так. Сегодня мне никак не дают установить жерлицу, все никак не могу поставить до сих пор. Только начинаю ставить, хватает. Так, дозарядим вот это и будем караулить. А нет, надо сейчас сесть нового жерца ловить.
ловили. Сейчас сюда зарядим жуца. А, надо поймать сначала жуца сюда теперь. И зарядить. Все, продолжаем смотреть. Все загнуло. Мощная чебак, мощный чебачок. Хорошо загнуло. Так, у меня там на одной полудохлой стоит. Надо будет заменить его. Сейчас еще одного поймаю. Сразу же аккуратные такие живцы клюют, хорошие. Такие аккуратненькие живчики. Вот они. Прям отличные просто. А вот для щучки самые желанные такие. Самые вкусненькие. Кажется, сработал, если он сюда поставил, конечно, живца. Жерлица. Ты сюда ставил живца? Да, да. Ну что, флаг поднялся. Жерлица сам упал. Есть небольшое. Небольшое. Опа. Нормальное, в принципе. Опа. Идет килограммчик. Где-то килограммчик. Вот они. Самопал жерлицы работает. Смело. Он сильная какая. Сильная. Силачка, давление, кровь сразу хлыщет у них. Сразу кровь хлыщет конкретно. Да, жабру повредила ей. Пойдешь ты на жрюху, походу. Оп, явки. Ну, нормалек. Нормалечек, нормалек. С рыбуточкой, ребята, с рыбуточкой. Работочка крутит, крутит. Потихоньку.
Кручу-верчу, кручу-верчу, кручу-верчу. Куда утащила? Перехватить хочет, что ли? Опа! Перехватилась, наверное, ты уже. Я так думаю. Опа, леска. Опа. Ой-ой-ой. 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 Что-то хорошее. Иди, иди, погуляй, погуляй чуть-чуть. Погуляй чуть-чуть. Опа! Вот она. Вот она, вот она. На леску намотана. Решечная. Решечная. Ой-ой. Пару килограмм есть. Ребята, вот она, перволёдочка. Замечательно. Вот. Стоямба. Стоямба. Намлёк. Так, ребята, у нас клев продолжается. Вот, уже буль-муль такие хорошечные экземпляры проклевывают. Будем рыбалить дальше. Ловлю живца потихоньку и наблюдаю. Все лайки за первый лед. Хотя сейчас заглянем под воду, закинем камеру, посмотрим, что там происходит под водой. Thank you.
тоже с работочкой у нас. Посмотрим, есть там что-нибудь или нет. Тянем и опа, есть, есть, небольшая, около килограммчика, щучка, но есть лапа, живец такой. Это плотлина мощная. Так, друзья, снова сработка. Направляемся проверять. Снова сработочка, в этот раз дальняя. Так, пока что мы наблюдаем. Не мотает. Ёлки-моталки не делает. Может, хочет перехватить. Не знаю. Может, уже вымотала все, что могла, и где-то в камыш. Завела. Слушай, как вариант. А нет, сидит, сидит. Сидит, сидит. Сидит, сидит. Ой, да бурба. Лапа. Хорошо, хорошо. Это уже хорошо. Куда прошла? Куда пошла? Отдыхай, Марфа. Отдыхай, Маржуся. Живца. Можно живца. Что нам делать здесь? Отдыхаем, Чайковского бахнем. Ароматного чая. Время 10:13 еще, ё-моё. Еще рыбач, да рыбач. Главное, чтоб клевало. Так, еще одна сработочка там. Ну-ка смотрим. Ага, есть щучка. Щучка есть. Живец что-то крупный клюет пока. Возле меня уже океан с лунки вышел. Живцы, вот. Лапти. Конкретные. 40-е размеры. Чебуки. Все проверить надо сразу.
только подошел, сразу сорвал. Мелкая какая-то, что его не взяла. Только подошел. Я только подошел, она чук сорвала. Подсекать нету. Здесь тоже мелкая была. Прям чувствовал мелкие эти. Мелкие удары. Бились и это. Мельче живец, может, мельче нужен. Подойдет, наверное, по-любому. Не отстанет они. Вот тоже. Смотри, только подхожу, она срабатывает. Уже ко второй так подошел, она сработала. Но это хорошо мотает. Это прям отлично мотает, я бы сказал. Сколько уже вымотала. Пусть нормально заглотит, перевернет. Что ей там надо? Никуда не торопимся. Мотает. Лишь бы туда в камыш не утащила. Лишь бы туда потянула, в ту сторону. Гайка издевается. Сначала на одном сорвала, потом на другом. Мелкая. Чувствуется мелкая. Гашка. Он в траву завела, что ли? Вот такая вот фуагашка. Фуагашка, вот она. Да, шурагашка вон. Шурагашечка. Снова вернулся этот шурагай и опять начинает здесь крутить-вертеть. Опять начинает он. Крутить барабаном. Вращайте барабан. Ты совсем злостно крутишь. Совсем серьезно крутишь что-то ты. Ушла. Она еще придет к тебе. Она так серьезно крутить начала.
Красиво делаешь, некрасиво, Шуртан. Все, ребята, завершили рыбалку. Сейчас вам покажу уловчик. Все, что поймали. Первый лед. Как говорится, переходящий 2024 на 2025 сезон. Все. До скорых встреч. Увидимся на следующей рыбалке. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Такие жучки.